Здравствуйте, друзья! Сегодня 16 января 2020 года, и я иду на фермерский рынок. Ну, это вот двор фрейдовских домов. Вот эти наши дома там стоят, Тургеневский квартал. А рынок находится вот здесь. Недавно открыли калитку, и в него очень удобно попадать. Сегодня прохладно. Утром было минус один, даже минус три показывало. Вот. Ну, сейчас тоже зябко, ветер. Поэтому будет забивать, конечно, микрофон. И вот, вот она, собственно, эта калитка. Она открыта, когда магазин открыт. И сразу попадаем вот на рынок. Вот он уже здесь. Давно я не снимал. Я иду за продуктами. Сегодня я варю борщ, и мне надо будет взять мясо, картошку, капусту и, может быть, еще что-то. Сейчас посмотрим. Ну, так, не будем подробно смотреть. Яйца у нас вот 50 дешевые, 60, 68. Так, так, капустка 25, картошка. Картошка тоже 25. А меньше упаковок нету или так насыпаете? Насыпаем. Угу, хорошо. Так, ну здесь вот есть рассыпная. Помидоры 90. Это нас тут не интересует. Тут музыка. Так, вот он, мясной павильон. Тут картошка, морковка. Это все нам не нужно. Ну, достаточно большой рынок. И здесь, кстати, появился такой павильончик, где все-таки можно купить крупы на развес. Вот он, кстати, с крупами. Тут же яйцо. Так. Чай пить будет. Геркулес у нас 35. Что-то как-то дороговато вот насчет геркулеса, я смотрю. Так, помидоры 200, огурцы 70, перец 180, лук 25, свежая зелень по 20-25, свекла 25. Ну, эти помидоры меня не интересуют. Так, здесь вот туалеты есть платный. Яблоки, мед. Лимончики. Гранат 130. На YouTube, конечно. На YouTube ваши посмотрим цены, продукты. Что у вас интересного? Капуста. Мандарины 90. Ну, сейчас мандарины подорожали. И в Магните, и в Пятерочке. Ну, это сухофрукты. Изюм, финики, 130 хурма, ну вот еще одна капустка, вот это симпатичная капустка, а чья капуста? Дайте-ка мне, пожалуйста, ну вот эту вот хотя бы. Хватит, конечно. Так, теперь пойдем за мясом. Оп. Так. Здравствуйте. Так, мне на с косточкой нужно. А разве нужно спрашивать? Конечно, зачем? Вот я не хочу, чтобы ты меня снял. Еще а я вас и не снимаю, так вы не подходите, я мясо снимаю, елки-палки, вы в камеру сами. Мне косточка нужна, с косточкой мяско. Ничего, бесплатно, нет.
А не бесплатно, за денежку. Да, за деньги. Что, серьезно? Все тебе покажу. Так, ну я цены ваши просто сниму. Так, мякоть свинина 330 и телятина 350, да? Да. Угу. На кости 350, мякоть 480. Так, ну все, мясо я взял. А на 550 рублей у меня получился кусочек. Вот, ну а теперь я сейчас возьму картошки. Ну, наверное, здесь вот мне красная больше нравится. А, ну вот, друзья, была такая вылазка на фермерский рынок. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, и я иду с покупками домой. Что-то как-то сегодня недоброжелательно настроены продавцы, но ладно. Всего вам доброго, пока. Чё вам про грибы-то? Грибы хорошие. Да я их не понимаю, вот ваши эти грибы. Я не знаю, как их использовать, чего делать с ними. Вот там же и посмотреть можно в интернете. Ну да, надо попробовать как-нибудь, да. Просто ни разу не брал. Ладно, спасибо. Вот, ну и вот про грибы было последнее. Как-нибудь надо взять и попробовать. Ну а выхожу я вот сюда же, в калиточку. И отсюда видны вот наши как раз дома Тургеневского квартала. Первый, второй дом. А здесь стройплощадка. Тут будет что-то строиться. Пока.